Легендарные создатели комиксов объединились, чтобы помочь Украине своим новым творением. Сборник назвали «Комиксы для Украины. Семена подсолнуха». Цель уникального издания — собрать деньги для помощи украинцам, пострадавшим от российской агрессии. Работу над книгой возглавил Скотт Данбьер. В мире комиксов у него репутация лучшего из лучших редакторов, поэтому на призыв Скотта создать сборник в поддержку Украины мгновенно откликнулись самые именитые сценаристы и художники. «Мы создали новые истории о людях, которым ежедневно нужно прикладывать много усилий, и им удается выстоять. Наши истории аллегоричны. Без претензий на беспристрастность мы изобразили Украину как Давида, противостоящего российскому Голиафу». Один из вариантов обложки комикса создавал знаменитый художник Билл Сенкевич, известный своей работой над Бэтменом, Суперменом и Халком. Художника считают настоящим революционером в деле создания комиксов, ведь в одной рисованной истории он соединяет несоединимые техники — живопись, абстракцию и коллажи. «Я презираю Путина и хотел нарисовать что-то такое, чтобы подчеркнуло мое отношение к происходящему в Украине. Я взял знаменитую скульптуру, которая находится в Киеве, и большого русского медведя. Украина, которую символизирует скульптура женщины со щитом и мечом, пронизывает насквозь плюшевого мишку с лицом Путина. И это не просто игра с символами, все гораздо глубже». Комиксы Украины «Семена подсолнуха» будет полноцветной книгой на 128 страницах в мягком и твердом переплетах. Ее уже сейчас можно заказывать на сайте. Первые напечатанные экземпляры приедут к заказчикам в начале декабря этого года. Стоимость уникальной книги комиксов от 60 до 250 долларов. Всего за 12 часов после объявления о старте проекта организаторы собрали более 155 тысяч долларов от желающих получить еще не изданную антологию в своей коллекции. Все деньги, собранные от продажи, отправят в благотворительные фонды для помощи украинцам.